Здравствуйте! Вы на канале «Семейное дело» и с вами Буката Сергей. Продолжаю изготовление шкафа для Лизы. Две боковые стенки уже готовы. Как вы заметили, они отличаются от стандартного исполнения. Деревянный каркас оклеен двумя слоями МДФ 10-миллиметровой толщины. Такая технология позволяет решить нам три проблемы. Создать жесткую конструкцию корпуса шкафа, на которую будут навешаны тяжелые двери с зеркалами. Отфрезеровать имитацию филенок. И создать радиусный угол с декором. Я часто использую присадочник мафель при работе с натуральной древесиной. Но и для работы с плитными материалами он очень удобен. Особенно при наличии шаблона. Практически без применения разметки можно присадить сопрягаемые плиты. Делается все очень быстро и точно. После присадки плит в торцовую часть вклеиваю шканты. И без клея на сухую пробую совместить детали. Результат меня вполне удовлетворяет. Для сборки корпуса шкафа соорудил импровизированный стапель из целого листа МДФ. У струбцинах заменил трубу, чтобы размер был достаточным для запрессовки. Чтобы уменьшить передний проем шкафа и улучшить пропорции дверей, делаю два компенсатора. Сначала обрезаю заготовки на своем маленьком форматнике, а затем рисмусую. Материал срощенный в длину дуб. По идее, такое решение даст гарантию от деформации. Прежде чем устанавливать компенсаторы, нужно подогнать часть декора. Для этого с помощью торцовки выравниваю края. И заодно вгоняю деталь в размер. Размещаться эта волна будет между двумя боковыми стенками и верхней крышкой. Деталь установлена, но пока что я ее ничем не фиксирую. Используя универсальный угольник как рейсмус, делаю разметку. По ней я буду сверлить отверстия. Они нужны для крепления компенсаторов. Перьевым сверлом с острым длинным центром засверливаюсь под углом. Затем досверливаю отверстие обычным сверлом. Наношу клей на компенсатор. Использую клей ПВА. Дополнительно к клею фиксирую компенсатор саморезами. Они завинчиваются ниже уровня детали. Соответственно, мешать декору абсолютно не будут. Пришло время крепить декор. Для этого наношу клей на угол. Шпателем распределяю по поверхности. А затем с помощью шпилечника и жены фиксирую декор к углу шкафа. Подготавливаю бобышки, к которым будут крепиться петли. Чтобы они не смещались при запрессовке, забиваю два гвоздика и откусываю. Наношу клей и запрессовываю с помощью ручных струбцин. Теперь можно заняться подготовкой верхнего декора. Его нужно отшлифовать. Я развел клей ПВА с водой и вскрыл заготовку. После высыхания она отлично шлифуется. Для шлифования использую вот такой шлифовальный барабан. Он специально разработан для шлифовки фасонных поверхностей. С помощью него можно процентов на 80 выполнить работу. Остальная доводка вручную. Следующим этапом устанавливаю верхний бордюр и так называемую корону. Для крепления использую клей ПВА и шпилечник. Корона или верхний декор будут укреплены тоже с помощью клея. На данный момент я собираю отдельные части шкафа, которые впоследствии будут разобраны для того, чтобы можно было его покрасить.
Таким же способом, как и предыдущие части декора, укрепляю тонкий багет. Пока я занят сборкой шкафа, Илья изготавливает двери. Верхняя часть двери имеет криволинейную форму. После переворота присадочная группа сверлит отверстие для петель. Следующая задача – изготовление обклада для зеркал. Из полос плит МДФ я склеил вот такую рамку, и из нее получится отличный обклад. При помощи фрезера Фиолент убираю лишнее. Когда есть уже заданная форма, фрезером сделать это значительно быстрее, чем обрабатывающим центром. Следующей операцией переворачиваю обклад, фиксирую его и с помощью фрезера выбираю четверть для зеркала. Когда все части шкафа подогнаны, я их разбираю и они попадают в малярку. Отделка будет производиться полиуретановой системой. Для этого нам потребуется растворитель, отвердитель, грунтовка и белая краска. Для составления пропорций потребуются весы. У нас есть вот такие раритетные «Привет из Советского Союза». Кроме того, потребуется лак акриловый. Особенность его в том, что он не желтеет. Нанесен он будет поверх краски. Лет 10 назад мы собрали вот такую компрессорную станцию. Состоит она из пропанового баллона, рефрижераторного компрессора, очистителя воздуха, редуктора с манометром, а также регулируемого электроклапана для поддержания нужного давления. Работает станция тихо и надежно. После составления смеси отвердителя и грунта наносим первый слой. Когда он высохнет, делаем промежуточное шлифование. Если мне кажется, что одного слоя грунта недостаточно, я наношу второй. И после высыхания, естественно, опять шлифую. После грунтования наношу слой краски. Как правило, первый слой не очень толстый. Тем более, учитывая низкую температуру воздуха в помещении малярки, мне пришлось разводить довольно жидкую консистенцию смеси. На улице был сильный мороз, и довольно долго пришлось прогревать помещение малярки. И все равно достичь оптимальной температуры не удалось. Когда все слои краски нанесены, прошлифованы и высушены, можно наносить лак. Как я уже говорил, лак будет полиакриловым. В отличие от полиуретанового, он не желтеет. Его можно смело наносить на белые поверхности. После высыхания изделие приобретет шелковисто-матовую поверхность. После покраски все части шкафа были собраны в единое изделие и запакованы вот такую упаковку. Для отправки шкафа пришлось нанимать бригаду грузчиков из 6 человек. К счастью, шкаф нормально поместился в кузов «Газели». О том, как этот шкаф заносили на 4-й этаж в Киеве, можно снимать отдельный фильм. Но это уже другая история. А сейчас небольшая заключительная фотосессия.
Кому ролик понравился, поставьте лайк и поделитесь в соцсетях. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Спасибо всем за внимание. До свидания.